дочь лидера Ореховской ОПГ Сергея Тимофеева, погибшего в 1994 году, утверждает, что он жив и требует эксгумации. По словам женщины, ее отец скрывается в Караганде. Карина Харламова, дочь лидера одной из самых кровавых преступных групп России Сергея Тимофеева, известного как Сильвестр, требует его эксгумации. Она обратилась в полицию с просьбой вскрыть могилу на Хованском кладбище, утверждая, что там захоронен не Сильвестр, а другой человек. Ее отец, уверена Харламова, на самом деле жив и находится в Караганде. Сильвестр погиб 13 сентября 1994 года, когда его автомобиль Mercedes был взорван в центре Москвы. Он был опознан по визитной карточке, найденной в салоне машины, и пломбам, потому что его тело сильно обгорело. Тимофеев создал и возглавил одну из самых кровавых банд 90-х годов. Сильвестра со всеми почестями предали земле. Проститься с ним пришли около 300 коллег-воров и уголовных авторитетов. Однако, как пишет Рамблер, не прошло и года, как в Одессе был замечен мужчина, внешне похожий на покойного главаря Ореховской группировки. Замечен он был в компании главаря по кличке Роспись, которого, к слову, тоже пытались взорвать. А после он же приезжал в Москву, а затем в Вену. Споры о том, мертв или все-таки жив, тракторист из Новгородской области по прозвищу Сильвестр, не утихают даже спустя много лет. Уважаемые зрители, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. При этом не забудьте нажать на колокольчик.